Как открыть игристое по-гусарски? Первое. Покупаем хорошее игристое, чтобы бутылка была правильной формы. Второе. Охлади хорошо игристое. Третье. Полностью снимаем фольгу с бутылки, откручиваем мюзле и полностью убираем проволоку. Четвертое. Находим шов на бутылке и точку соединения с горлышком. Берем бутылку в левую руку под углом 45 градусов и направляем в какую-нибудь стену. Ни в коем случае не на людей. Тебе понадобится нож. Тупой частью ножа скользящим движением нужно сделать удар в точку соединения. Поставил, прижал. Под давлением все осколки у нас вылетят, и ты спокойно можешь наполнить бокал игристого. Когда ты потренируешься и будешь уверенно себя чувствовать, можно переходить к способам с эффектом вау.